Чан, что ты делаешь? Ты отлично вышла. Дай мне это. Я не просто так возьму его. Я возьму на обмен. Этот нефрит у меня с самого детства. Изначально я думала, что когда выйду замуж, то дам мужу как наше личное. Но теперь ты тоже знаешь. Муж у меня есть, но только на словах. Так что я не думаю, что он этого достоин. Я правда хочу подружиться с тобой. Так что я отдам его тебе. Это мой искренний тебе подарок. Если тебе так нравится эта вышивка, то просто возьми ее. Этот нефрит так дорог тебе, что я не могу его принять. Я очень сожалею о прошлом и искренне желаю подружиться с тобой. Если ты этого не сделаешь, это значит, что ты все еще не принимаешь меня. Я всегда думала, что я очень талантлива, но твоя вышивка такая изысканная. Как я могу талантливо считаться? Зачем ты мне все это говоришь? Ладно, я возьму это ради тебя. Правда? Держи. Твоя вышивка правда такая изысканная. Я искренне восхищаюсь этим. Ты не была уверена, что я смогу это сделать. Это было так давно, ты все еще вспоминаешь? Ты не позволяешь никому быть молодым, наивным и легкомысленным? Барышня Ян действительно может стать такой скромной. В это очень сложно поверить. Ничан, я правда чувствую раскаяние. Поскольку Су Вэнь Ю меня не любит, мне на него все равно. Если вы двое сможете быть вместе, я готова уступить свое место. Не слишком ли ты много воображаешь? Я не имею ничего общего с молодым господином Су, кроме того, ты замужем за ним. Как я могу быть просто с ним в паре? Я знаю, ты сейчас смотришь на него сверху вниз. У тебя же есть его высочество принц Ло. Ян Вэньсю, что ты имеешь в виду? Ничан, не злись на меня. Это я допустила ошибку. Уже поздно мне. Нужно вернуться. Спасибо за вышивку. Ах, да. Ничан. Этот нефрит обязательно возьми. На что ты смотришь? Разве ты этого не видела? Крупные торговцы дружат только с крупными торговцами. Крохотную господинскую твоей семье разве можно сравнить с Ванилла Хал или сеть еловок Су? Ты все еще заблуждаешься из-за того, что с тобой обращается как с сестрой. Что за чушь несешь? Ничан не такой человек. Не такой человек? Позволь мне спросить. Разве она не часто рассказывала тебе о технике вышивки? Глупая ты, гусыня. Она промывает тебе мозги. Не забывай, вы все ткачи и должны быть конкурентами. Вот посмотрим, как тебя будут игнорировать, когда ты все секреты ей свои раскроешь. Глава Су, прошу, заходите. Прошу сюда. Глава Су, мы долго ждали. Поторопитесь, пожалуйста. Глава Су, не будьте такими вежливыми. Пожалуйста, присядьте. Глава Су, прошу.
Поздравляю, молодой господин Су, с тем, что вы стали новым главой нашей ассоциации. Поздравляю, глава Су. Старшие, то, что вы здесь собрались, это для меня, Су Вэнью, большая честь. Я новичок в ассоциации, так что надеюсь, что вы, старшие, дадите мне советы и подсказки. Глава Су, вы молоды и умны. Для нашей ассоциации это действительно большая удача. На самом деле, мы надеемся, что вы, глава Су, решите для нас вопрос с Дворцовым Бюро. Мы надеемся, что вы защитите нас. Имея текущий бизнес, таким образом, мы, естественно, должны платить взнос ассоциации. Но плата за это членство первоначально взималась ежегодно. В наши дни дела пошли хуже. Господин Юань вдруг захотел получать двойную плату. Мы чувствуем, что нам очень тяжело. Да, может, вы, глава Су, попросите его уменьшить аппетиты в плате? А то мы опасаемся, что если с нами будут так дальше поступать, у нас не будет даже денег, чтобы семьи кормить. Однако, если мы опоздаем с оплатой, наше членство будет аннулировано, как и наше право на ведение бизнеса. Как это могло бы быть полезно для нас? Старший, не беспокойтесь. Эти вещи мне все еще нужно обсудить. Мы все считаем, что вы определенно можете это сделать. Да. Чаю, пожалуйста. Выпейте для бодрости, выпейте. Пожалуйста, выпейте. Да, выпейте. Роу, ты вернулась. Вчера вы спросили меня о картине «Цветущий». Я думаю, что композиция не совсем сбалансирована, так как слишком много белого. Я хочу, чтобы ты на это взглянула. Я плохо себя чувствую, давай поговорим позже. Принцесса? Где он? Опять его нет? Люди из поместья принца Ло сказали, что его высочество принц Ло ушел на охоту. Сейчас не сезон охоты, так на какую охоту он пошел тогда? Кроме того, охотничьи угодья есть и поблизости. Он просто постоянно ищет оправдание. Это настолько очевидно. Принцесса, если он не ценит вас, то просто забудьте о нем. В этом мире он не единственный мужчина. Если вам скучно, почему бы вам не найти кого-нибудь, чтобы поиграть с вами? Я думаю, что Уэй неплох. Посмотрите на его навыки верховной езды и стрельбы из лука, они выдающиеся. Где он? Он... Слуги. Принцесса? Где Уэй? Принцесса, Уэй ушел сегодня рано утром, еще не вернулся. Кто позволил ему гулять без моего разрешения? Попроси его вернуться. Да. Давай переоденемся. Принцесса, куда мы? У меня есть несколько комплектов одежды центральных равнин, сделанных в ЦНР. Они очень красивые. Погода сегодня довольно хорошая, поэтому я хочу одеть один из них. А куда вы хотите пойти? Куда еще, кроме поместья принца Ло? Однако, разве принц Ло дома? Поэтому я и буду ждать его возвращения там. Отходите! Приходите посмотреть. Продаю дешево. Ваше высочество, с тех пор, как я увидел этого человека, входящего в роскошное поместье, я послал кое-кого последить. Вполне вероятно, что ему приказали оставаться на месте. Ваше высочество, согласно вашему распоряжению, люди в роскошном поместье уже могут почувствовать, что мы проверяем их. Возможно, в этом нет необходимости, но Гао Сюань всегда был коварным и хитрым, и я люблю быть дотошным. Иди. Однако нужно быть осторожным. Да. Стоп, что ты делаешь? Приветствую, господин, я здесь, чтобы доставить дрова. Пожалуйста, впустите меня. Дрова? Почему сегодня другой человек? Старый Джан Болин. Я делаю это для него сегодня. Проведите его через боковую дверь. Иди за мной. Хорошо? Благодарю, господин. Неси дрова. Хорошо.
Почему не пришел старый Джен? Болен, он болен. Последние два дня было холодно. Пойдем в дом. Хорошо. Просто положи их сюда. Хорошо, хорошо. Сегодня я не могу заплатить, подожди до конца месяца. Не волнуйтесь, я подожду. Эй, брат. Это такое замечательное поместье, ваш хозяин, наверное, великий чиновник. Верно? Наш хозяин – заместитель главы дворцового бюро. Он руководит несколькими сотнями человек, здесь действительно прекрасно. Да-да-да. Санер, ты здесь? Что ты ищешь? Я голоден. Но что ты здесь ищешь? Санер, ты не можешь есть эту рыбу, которую я приберег для нашей госпожи, чтобы она кормила кошек. Ну и что? Ее кошки могут это съесть. Ее племянник что, не может? Это не то, что я имел в виду. Если ты съешь это, чем госпожа будет кормить кошек? Она потеряет лицо. Она хочет сохранить лицо? Она позвала меня. Моя семья думала, что я, Фусанер, смогу найти отличную работу в столице. И что у меня светлое будущее. И что в итоге? Они заперли меня в этом поместье. Я даже солнца не вижу. Чем это отличается от тюрьмы? У меня больше нет лица. Но госпожа волнуется, что у тебя будут проблемы. О как? У меня будут проблемы? Даже если и будут. Так это они заставили меня? Мало того, что они забрали мои деньги, так они еще и заперли меня. У меня нет выбора. Я должен рассказать об их злодеяниях. Третий господин, будьте осторожны с тем, что говорите. Не заставляйте нас терпеть с тобой побои, ладно? Иди. Подожди секунду. Что не так? Ты... Как ты меня только что назвал? Я... Третий господин? Звучит замечательно. С этого момента зови меня так. Хорошо. Вы смеете плохо со мной обращаться? Брат, я оставлю дрова здесь. Я должен идти. Хорошо. Ваше Высочество, Ваше Высочество. Я видел этого паршивца. Может, нам придумать, как быстро забрать этого негодяя? Не стоит спешить. Забрать его сейчас, значит выпустить кошку из мешка. Пусть пока о нем позаботится роскошное поместье, нам это на руку. Вернемся. Хорошо, вернемся в поместье. Ваше Высочество, сюда. Помедленнее. Ваше Высочество, ваша беда здесь. Брат Зую, ты наконец вернулся. Принцесса, почему вы здесь? Вы не сообщили мне заранее. Мне очень жаль, что я не вышел поприветствовать вас. Если бы я проинформировала тебя заранее, ты бы убежал быстрее кролика. О чем вы говорите? Мы просто выходили на охоту и только что вернулись. Выходили на охоту? С повозкой? Верно. Где добыча? Верно. Сяолу, где добыча? Добыча? Ну, она ушла, сбежала на обратном пути. Как она могла сбежать? Я просто буду держаться за тебя. Прогуляйтесь со мной по двору Шу. Нет. Принцесса, мужчины и женщины соблюдают дистанции на центральных равнинах. Это имеет значение? Пойдемте во двор Шу. Стоп, что мы будем делать во дворе Шу? Сегодня я хозяйка турнира Ланчжоу против центральных равнин во дворе Шу. Вы пойдете, не так ли? Давайте. Я... Сяолу! Пойдемте. В поместье чего? Ваше Высочество, просто идите. Я позабочусь о поместье. Заходите посмотреть. Это очень хорошо. Хорошо. Подойди и посмотри на это. Thank you.
Было доставлено так много товаров. Давайте все хорошо доделаем, я дам вам еще мясо. Хорошо, спасибо, управляющий. Господин Уи, я искал вас. Так, вы здесь. Принцесса сказала мне прийти сюда, чтобы отвезти вас домой. Бейте его, молодой господин! Хорошо, отличная работа! Молодой господин великолепен! Побейте его! Осторожно! Молодой господин, берегитесь! Бросьте его! Бросьте его! Бросьте! Бросьте его! Молодец, молодой господин. Замечательно, молодой господин. Кто еще хочет со мной посоревноваться? Принц Лони, хочешь присоединиться к турниру? Молодой господин, это было великолепно. Я плохо разбираюсь в боевых искусствах и не хочу позориться. Тогда я пойду. Я не могу позволить этому парню украсть всю славу. Кто еще хочет со мной посоревноваться? Я. Отлично! Принцесса, отлично! Отлично! Принцесса, вы можете использовать нож или меч. Чтобы победить вас, мне не нужен нож или меч. Простите, если я вас обижу. Я постараюсь не бить сильно. Но вы должны быть осторожны. Молодой господин, пожалуйста. Отлично, молодец, принцесса. Побейте его, принцесса. Отлично, молодец, принцесса. Принцесса, у вас классное кунг-фу. Молодой господин, вы уже испугались? Я испугался вас? Ну и шутка. Осторожно, принцесса. Вы великолепны. Даже волосы спутаны. Принцесса великолепна. Отлично. Отлично. Отлично, вы удивительны. Отлично, удивительно. Посмотрите на него, как неловко. Как неловко. Давай еще раз. Принцесса, давайте не переусердствовать. Я не в настроении драться с растрепанными волосами. Не в настроении драться? Тогда признайте поражение. Наши уровни боевых искусств примерно одинаковы. Почему я должен признавать поражение? Тогда давайте посоревнуемся еще раз.
Лучше я не пойду, у меня есть еще над чем поработать. Двор Шу редко бывает многолюдным. Жалко было бы пропустить такое, пошли. Берегитесь, молодой господин. Молодой господин. Молодой господин, просто признайте поражение. Осторожно. Осторожно. Отлично, продолжайте. Молодец, молодой господин. Ничен, ты почему здесь? Хорошо, хорошо. 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 Возвращаю вам. Молодой Хоу, вы в порядке? Молодой Хоу, вы были храбрым. Я не знала, что ваши боевые искусства так хороши. Я изменила свое мнение о вас. Я бы не проиграл в первом раунде. Это все из-за принцессы Ланчжоу. Она использовала уловки. Ты издеваешься надо мной? Люди Ланчжоу искусны в боевых искусствах, поэтому проиграть им не стыдно. Не грустите. Действительно? Я не собирался проигрывать, но вчера вечером я выпил вина. Сегодня я проснулся после полудня, и сейчас мне не хватало концентрации. Верно, верно. Это должно быть по этой причине, а не из-за ваших боевых искусств. Есть ли другие войны? Достаточно ли повеселилась принцесса? Как насчет того, чтобы я вышел на ринг с вами? Хорошо. Я не считаю себя великим воином, но на центральных равнинах я не могу проиграть. Принц Ло, прошу. Поскольку у нас есть время, как насчет того, чтобы мы... Принц Ло, извини, если что. На кого ты смотришь свысока? Сражайся. Это же просто турнир, не стоит переусердствовать. Зачем нам быть такими серьезными? Осторожно, ваше высочество! Удивительно! Бить по головному убору и рвать одежду с самого начала – эта привычка принцессы нехороша. Тогда победи меня, если сможешь, и забери мою шпильку. Я не смею. Тогда признай поражение. Эй!
Смотри налево. Вы молодой Хоу с поместья генерала Лю, верно? Насколько я понимаю, молодой Хоу талантлив, и... Вы были просто потрясены, потеряв головной убор. Хорошо, принцесса. Меня зовут Ян Вэньсю. Я подруга Ничан. Мы... Ничан, почему принц Ло не старается изо всех сил? Принцесса, бейте его. Сможет ли он так победить? Бейте его, принцесса. Будьте осторожны, ваше высочество. Хорошо. Замечательно. Я не переусердствую. Принцесса, пожалуйста, признайте поражение. Пока ты меня вот так обнимаешь, как я могу признать поражение? Принцесса, простите меня. Осторожно! Становится поздно. Принцесса, если вы продолжите этот бой, солнце сядет. Хорошо, хорошо. Я признаю поражение. Замечательно. Прекрасно. Боевое искусство принца Ло слишком сильное, я не могу сравниться с тобой. Вы преувеличиваете, принцесса. Мы соревновались только ради развлечения. Я хвалила тебя. Почему ты такой вежливый? Просто прими это. Ты выиграл, так что пойди со мной. Тогда я пойду вместе с принцессой. Это будет праздник. Пошли. Идем. Мужчины все одинаковые. Влюбляются в каждую, кого видят. Что это за настоящая любовь? Кто так сказал? Я тоже мужчина, но люблю только одну. Молодой Хоу, вы еще молоды. Когда вырастете, вы не будете этого говорить. Соревнования по боевым искусствам окончены, можем ли мы уйти? Еще рано, так как насчет того, чтобы использовать этот шанс, чтобы погулять по заднему двору? Если у молодого Хоу есть время, вы двое не торопитесь, я пойду. Ничан, подожди меня, молодой Хоу. Какое место такое праздничное? Это соседний павильон «Зеленая Ива». Принцесса Лэнджао устраивает для гостей банкет. Роу, у меня есть еще сыворотка. Может, воспользуешься? А, нет, спасибо. Но основа твоей ткани мягкая, и если ты не сделаешь ее тверже, то... Ничан, я думала об этом. В будущем давай просто болтать о пустяках. О кое-чем мы не должны говорить.
принцесса. Хватит пить. Если вы выпьете больше, вы будете пьяны. Так что, если я пью слишком много, зато говорить смогу прямо и что захочу. Медленно. Хотя мелодия Цинь хорошая, раз ты продолжаешь ее повторять, не говоря мне ни слова, в чем причина этого, ответь мне. Принцесса, пожалуйста, простите меня, я всегда забываюсь, когда играю. Извините за пренебрежение вашим высочеством. Поскольку ты признаешь свою ошибку, позволь мне дать тебе возможность исправить ее. Давай, выпей это. Я уже много выпил. Я напьюсь, если буду пить больше. Уже поздно, вам стоит пойти к себе. А? Принцесса, я не разрешаю тебе уйти. Принцесса, вы сегодня устали, а также много выпили. Отведите ее отдыхать. Старший брат Заю. Это... Когда я впервые увидела тебя в Ланчжоу, когда мне было 15 лет, я влюбилась в тебя. На этот раз меня отправили с дипломатической целью, потому я лично просила отца об этой миссии. Так как хотела увидеть тебя. Я старший брат Зэйо. Пожалуйста, простите меня, принцесса. Любовь нельзя принуждать. У меня уже есть та, кого я люблю. В этой жизни я буду любить только ее. Пожалуйста, простите меня, принцесса. Давай, отведи принцессу отдыхать. Принцесса! Принцесса! Кто она? Стой, о, Ян Зию! Принцесса, скажи мне, кто она? Ты должна быть солгала мне. Ты говоришь, что у тебя есть та, кого любишь, ты должна быть солгала мне. Принцесса, не ведите себя так. Ты должна быть солгала мне. Я не сдамся. Возвращайтесь отдыхать пораньше. Идемте. Помощник Джао, что не так, помощник? Отдел закупок потерял нефрит. В каждой комнате пройдет обыск. Руководство Дворцового бюро должно было отправить его в город Цзинь. Если мы не сможем найти этот нефрит, вы все будете обезглавлены. Помощник Джао. Это не здесь. Обыскать каждую комнату. После обыска я смогу закончить свою задачу. Искать в следующей комнате. Не здесь. Не здесь. Подождите. Здесь есть нефрит. Не этот. Пошли. Что ты имеешь в виду? Что я имею в виду? Просто преподаю тебе урок. Это нефрит, потерянный отделом закупок, верно? Это также тот, который ты мне на днях подарила. Ты думала, я поверю, что ты действительно добра ко мне? Ян Вэньсю, мы были одноклассницами много лет. Ты единственная, кому я не буду доверять. Но я не ожидала, что ты такая злая. Чтобы подбросить мне краденое, ты даже осмелилась украсть предмет Дани. Вот скажи,
Если я передам этот нефрит руководству, как они тебя накажут? Что думаешь? Почему бы тебе не попробовать? Посмотрим, кому поверит помощник Джао. Если с тобой никто не сговорился тайно, как ты осмелилась бы украсть что-то из отдела закупок? Или, может, мне пойти тебя сдать, чтобы просто выслужиться перед дворцовым бюро? Как насчет этого? Не думаю, что можешь блефовать, так как раз принц Ло поддерживает тебя. Верно. Кое-кто из руководства подговорил меня подбросить тебе украденный нефрит. Что? Тебе страшно? Чего мне бояться? Ты когда-нибудь у меня выигрывала? Верни немедленно. Чтобы не пропустить отчет о своей миссии. Свежие овощи, посмотрите. Это, я хочу все. Принцесса, нам лучше вернуться пораньше, сегодня немного прохладно на улице. А мне хорошо. Это, я также хочу. Госпожа, идите взгляните. Посмотрите. Это мое, верни мне. Кто платит первым, тот и получает. Ты... Вы не безрассудны, не так ли? Почему я не могу получить то, что хочу? Кто сказал, что не можете? Я дам это вам. Как ты смеешь? Ты должен сказать, пожалуйста, возьмите, принцесса. Хорошо, я виноват. Пожалуйста, примите это, принцесса. Вот и правильно. Когда вы расстроены, вы должны съесть что-нибудь сладкое. Принцесса, вы должны притвориться, что все ваши заботы связаны с конфетами. А затем отнеситесь к этому как к свинье и яростно съешьте. Верно. Он свинья, свинья. Почему я тоже стал свиньей? Я не свинья. Подождите меня. Барышня Ничан. Доброе утро. Доброе утро. Барышня, пожалейте меня, пожалуйста. Если я не смогу вас пригласить, принц меня действительно отругает. Сестра Сяо Цинь, пожалуйста, скажите принцу, что я очень занята, и у меня нет времени навестить его. Чтобы вас видеть, принц специально купил двор. Такое внимание. Вы не можете этого не принять. Важнее то, что принц играл на цене для принцессы Лан Джао, ему не нужно заботиться обо мне в будущем. Вы, должно быть, ревнуете его к принцессе Лан Джао. Неправда. Откуда у меня время ревновать его? Раз не ревнуете, то хорошо. Поскольку принц намеренно сблизился с принцессой Лан Джао, чтобы рассердить меня, тогда я буду подыгрывать. Вы правы. Не обращайте на него внимания несколько дней. Сестра Сяо Цинь, тебе следует поспешить и уйти. Ты не из нашего двора, так что будет плохо, если тебя обнаружат. Поторопись и уходи. Пожалуйста.